Добрый день, страна! С вами Юрий Бажан. И сегодня мы будем делать вот такой вот денежный кулончик. У меня сегодня у друга день рождения, я ему хочу подарить вот такую штуку. Кулончик это непростой, внутри 5000-ная купюра. Причем сделал я его очень тугим, то есть его открыть его просто так очень тяжело. Я едва закрыл-то его, да? То есть пусть помучается, это будет у него такой МЗ на крайний случай. Вот, но пока не начали делать, как бы два слова скажу. Первое. Уже очень скоро выйдет моя книга по сегментному точению. Мне уже народ пишет вовсю, говорит, там, пришлите книгу, я готов купить, я тот, все, парни, подождите маленько, то есть у меня такая вот традиция. То есть книга пошла в типографию, я объявляю предварительную продажу. Все успеете, потому что печататься они будут долго, сейчас Новый год, там они нифига не успевают. И поэтому, как бы, я думаю, только в январе там, как бы, она появится. Хотя, кто знает, может, и в декабре. Вот, второй момент. В поддержку выхода своей книги 17 декабря в Москве я провожу мастер-класс по сегментному точению. Приходите. Будет куча станков, можно будет там все пощупать руками. Станки, резцы, там, патроны. Дальше. Ну, книги мои будут продаваться со скидкой с большой. И будет мастер-класс, я выучу два изделия. Я подготовил призы, то есть 15 призов будет. В общем, я устраиваю праздник токарной жизни такой. Так что милости просим, появляйтесь. Вся информация вот здесь вот на QR-коде. QR-код сканируем, попадаем на статью, там все написано. Ну а теперь, собственно говоря, точить.
кроме всех прочих своих заслуг, я еще и пишу книги. И вот я написал 3 книги, они все по нашим деревообрабатывающим делам. Первая книга «Современная столярная мастерская». Она, братцы, про мастерскую. Она для тех, кто собирается заняться там столярным делом. И для тех, кто, может быть, там хочет построить большую мастерскую, маленькую, неважно какую. Она позволит вам расставить акценты правильно. И позволит вам сэкономить при покупке станков оборудования. Книга реально помогает. И множество отзывов в сети вот о ней именно вот в этом плане. То есть она нужна именно тем, кто... Ну, как бы забил свою голову вот этими всеми видео там и какими-то другими источниками. То есть, вот она все расставляет по полкам. Вторая книга «Бизнес-столярки». То есть, книга про денежки. Не секрет ни для кого, что начать свое дело как бы сложно. И вот эта книга позволит вам правильно, опять же, расставить акценты на при ценообразовании и вообще при... как бы попытки сформировать свою корзину, так скажем, своих товаров и услуг. То есть вот здесь все четко написано. Кто покупает, за сколько покупает, как выставлять, сколько ставить цену, там, как наценивать, как то, как все. В общем-то, вот все, что касается денег в столярном деле, вот в этой книге. Причем эта книга еще поможет не только столярам, она поможет любому человеку, который продает то, что делает самостоятельно своими руками. То есть, будь ты кондитер, будь ты там гончар, будь ты там кузнец. То есть, все бизнес-процессы, они все одинаковые. Ну и третья моя книга. «Токарное искусство. Точение цельной древесины». То есть, это самый такой трудный мой ребенок. Тяжелее всего она у меня шла, тяжелее всего мне она далась. Но это не удивительно. Это первая книга на русском языке за 129 лет. То есть, 129 лет литература на русском языке по токарному делу не выпускалась. И книга эта, она, я считаю, что это настольная книга токаря. То есть вот ты начал точить, надо прочитать, потому что все здесь сразу станет более понятным, более ясным. Понимаете, весь мой опыт точения, там, 10-летний, он весь в этой книге. Кроме сегментного точения, потому что сегментное точение будет во втором томе моей книги «Токарное искусство».
Вытащил я сейчас вот этот вот чудо-кулончик, да? Форма очень простая, ничего такого сложного, но я как бы и не заморачивался. Во-первых, мужик, как бы, да, мужчине надо чуть попроще. А во-вторых, как бы с учеником, ученик здесь, я здесь, и не хватает времени на то, чтобы как бы задуматься, то есть нужно постоянно его контролировать. Вот, на следующей неделе будет видео вот про такую елочную игрушку. Игрушка такая крутая, но немножко я ее испоганил, но, в общем-то, все равно интересно было. А сейчас я с вами прощаюсь и напоминаю, что 17 декабря в Москве будет мой мастер-класс по сегментному точению. Приходите, там будет круто, я вам обещаю. До свидания, страна. С вами был Юрий Бажан.